Фермеры из Новочихинского района едва не остался без поголовья. В эти выходные там произошел крупный пожар. Все подробности и предварительные причины нам рассказали представители МЧС. Горел телятник, находящийся в частной собственности. На тушение привлекались 4 автоцистерны и 6 человек личного состава, в том числе и ведомственная пожарная охрана одного из местных предприятий. На момент прибытия первого подразделения крыша строения уже горела открытым огнем. В результате пожара повреждена кровля на площади около 190 квадратных метров. Погибших, травмированных на месте происшествия не обнаружено. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.